Всем привет, это установочный центр PC-Автоком. Сегодня у нас Hyundai Creta. Самая свежая, 4800 пробегу, покажи. Присутствует, палец у меня, вот такие кнопочки на руле, штатный микрофон, штатная громкая связь и какая-то вот эта хрень. Поставлена магнитола KD1080, по-моему. 10-дюймовый экран, покажу вам, как работает. Подсветочка синяя, родная. Она там настраивается, цвета. Камера заднего вида показывает. Линии родные крутятся. Не рябит, ничего. Радио работает. Присутствуют кнопочки на руле, они работают. Присутствует эквалайзер. Рок, поп, джаз, там что угодно. Ну ладно, пусть будет так. Это все есть. Только что был установлен Яндекс.Навигатор, он работает. Работает громкая связь, штатный микрофон мы подключили, проверили, все прекрасно работает. iPhone мой подключен. Кнопочка на руле вызывает звонилку. Да, то есть мы едем, нажали, хлоп, решили позвонить. Я еще раз нажал зеленую, и она кому-то начала уже звонить. Вот. Далее, присутствует Wi-Fi. Wi-Fi, PC-Auto, пароль. Тач отзывчивый, прекрасно работает. Да, покажи по дизайну. Смотри, как бы она выглядит. Есть вот такие вот, не знаю, загогулины. В принципе, она выглядит вообще родной. Красиво. Красиво. Богато. Богато. Это хорошо. Климат есть, все есть. Парктроники штатные тут тоже есть. И вот ключ. Какие кнопки навигации здесь нет, что ли? Значит, мы можем сделать, понимаешь? Мы можем удалять ярлычки и вместо этих ярлычков добавлять сюда, какие нам понравятся ярлычки. Например, Яндекс.Навигатор. Да, вот. Значит, у нас загрузился Яндекс.Навигатор. Скачивает карты. Удалось. Ну, у нас подвале не ладно. Значит, вот удалось. Все отлично, да, показывает пробки нам, загружает карты, все прекрасно, работает голосовой поиск, Сбербанк, я обычным спокойным голосом говорю. Можно говорить PC-Auto. Это как бы все работает, поехали. Тетка говорит, можно свернуть, она будет говорить на фоне. И показывает вот такие крупные уведомления. Это очень удобно, даже, например, на экране радио. То есть слушаем радио и видим, куда нам ехать. Далее, что еще завершить? Видео в движении показывает, да, в настройках надо просто поставить. Да, элемент – это кнопочки, подсветку регулировать, можно там зеленый поставить и так далее. Наверное, такая. У кого какие глаза, тот такие такую себе поставят. Дата и время. Безопасным вождением мы разрешаем просмотр видеодвижения. Камеры нам не надо сделать. Разметку заднего вида у нас и так есть. В принципе, все. О планшете это магнитола КД, я вам еще уже говорил. Четырехъядерный процессор, гик оперативы. Все красиво работает, все удачно. Обращайтесь, установочный центр PC-Auto.